Уборочниц! Для отдачи памяти боевым товарищам! Колено преклонить! Минута молчания и возложение цветов к монументу славы. У вечного огня собрались те, от кого зависит мирная жизнь страны. В их адрес в этот день звучали слова благодарности и поздравления. Вы сделали много, служили честно и сегодня верны традициям пограничника. От души поздравляю вас с праздником! По традиции пограничники прошли по всей аллее славы и у каждого монумента, преклонив колени, почтили память погибших воинов. Пограничники, конечно, вспоминали службу. О том, что такое граница, каждый объяснял по-своему, но каждый с душой. Это действительно школа мужества. Даже в мирные дни мы стояли на рубежах и были готовы к войне всегда. Потому что граница, это, как вам сказать, это всегда боевые действия. У меня вся семья пограничники. Жена со мной поехала служить на 4-м месяце беременности. У нас там родились дети. Это моя жизнь. Татьяна Балунева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.